Добрый день. Подскажите, видно, слышно экран? Да, хорошо, тогда ждем остальных. Еще 5 минут у нас есть времени. Начинаем вебинар. Для удобства я подгрузила тот файл изначальный, где говорила о перспективах пары евро-доллар, ну и других валютных пар в течение месяца, которые предстоят. Вот. Что на сегодняшний день? Вот эта разметка, она не изменилась за неделю назад, да? Дана была. Даю пояснение. Итак, еще раз спрашиваю, меня слышно, видно? Да, все хорошо. Итак, видите, отметка 13.64. Я ее называла давно, и что эта отметка очень серьезная, долгосрочная. Только лишь закрепление над ней позволит говорить о том, что цена собралась переходить в зону повышательных рисков. Видите, ну, до сих пор цена терпит неудачу. В принципе, до этого было сказано, что обновите. При переходе, при закреплении нужно уже тогда обновлять диапазон, уходите в более высокий диапазон, допустим, 1.15-1.20 ориентиры. Вот. Но судя по тому, какая расстановка сил, то есть не представляется возможным преодолеть экстремум предыдущий, который был сделан вот в районе там, 25 августа. Поэтому ну, ситуация вот такая. Так, далее было сказано, существует зона нейтральная, зона диапазонной торговли. Вот мы, в принципе, ее видим, эту зону. То есть 12.73 было названо 14.39. По сути, отметка 13.64, она находится практически в центре. То есть цена вновь зашла в зону, в эту. Следовательно, о чем это говорит? О том, что ну, не пускают наверх. Вопрос, пустят ли вниз. Значит, ранее я также говорила о том, что существует отметка 1.11.11, которую также защищают уровнем 1.12. Первичная отметка, которая при пробое которой можно будет говорить о том, что да, собрались уходить в диапазон 1, от 1.12, который идет вниз. То есть вот только можно говорить при пробое данной отметки. Вот тогда уже речь пойдет вот об 1.11.11. Пока цена крутится вдоль в вот этом диапазоне черном, говорить опять же не о чем. Почему это происходит? Что делается с рынком? Какие манипуляции? Вот смотрите, 13.64. По сути, это уровень 13.50. Вот страйк. На нем достаточно большое количество накопленных интересов и покупателей, и продавцов. Это говорит о том, что здесь, то есть, возможно, высокая волатильность до данного уровня. И видно, как границами этого диапазона волатильности выступает уровень 1.12 и 1.15. Вот то мы и имеем. То есть не пускают на пробой 1.15. Ну и вот сейчас речь идет, станет об отметке 1.12, об уровне 1.12. Вот здесь очень плотный диапазон сформирован. Пробить его крайне-крайне сложно, уйти под 1.12. И вот по итогам предыдущего торгового дня видно было следующее, что все-таки ну, приоритетным является, так скажем, диапазон 1.12-1.16. Вот. С учетом того, что мы находимся вот здесь, 13.54, ну что, это получается все-таки вариантов движения наверх к уровню 1.16, то есть на пробой 15, их все-таки больше. Вот, это вероятность больше. Дальше. Что еще видно? Уровень, от уровня 1.12 начинается путь диапазон декабрьский. Это тоже усиливает уровень 1.12. Вот. С этого же уровня начинается и мартовский диапазон. Вот. Но единственное, вот, что здесь смущает, это вот эта вот схема долгосрочная, которая формируется.
Да, здесь малое количество контрактов, но тем не менее на нее обращать внимание надо. Здесь как бы формируются основные интересы, вот текущие, то есть как спекулянты видят рынок, вот они его отражают в последних контрактах, которые заключают. В данном случае видим, что call 1.0800, вот, и значит put 1.16. То есть вот такой вот такой диапазон в размере получается 800 пунктов. Это означает, что в принципе, если есть такие интересы на 1.0800, возможность прошить диапазон вниз до данного уровня и вот где-то вот здесь найти, да, дно, этот вариант он до сих пор существует. Вот, этого нужно опасаться. Ну а так, в принципе, пока цена бегает в этом диапазоне, только лишь диапазонная торговля, вообще никаких рисков не говорится. Вот. Дальше, при переходе в более высокий диапазон, то есть нужно преодолеть вот эту вот структуру колов, до 1.17 преодолеть. Ну и тогда, в принципе, речь пойдет о переходе, как я уже сказала, к другому диапазону 1.15-1.20, который влечет за собой движение не только к 1.20, но есть отметки, допустим, в районе 1.28 целевые. Вот, значит, это что касается евро-доллара. Дальше. Вот здесь вот на 13.26 вообще, в принципе, находилась второстепенная поддержка. Сейчас она пробивается, эта поддержка. Ну и следующее, видите, что здесь 12.70. Это тоже себе точно, как бы граница диапазона. Так, далее. Фунт, что из себя представляет? Говорилось о том, что ключевым является уровень 53. Вот. И я указывала диапазон сопротивления, ближайший диапазон поддержки. Вот. Говорила о том, что то, что между данными структурами, это все диапазонная торговля. Вот. Только лишь пробой данных структур может говорить о риске. В данном случае, видите, говорить тоже пока не о чем, просто цена цепляется в этот диапазон. Только выход 52.5.24 будет говорить о том, что да, цена направилась сюда, наверх. Здесь есть третий еще более сильный диапазон 57.54-58, а далее еще более сильный, который защищает от подхода к отметке 1.60. Ну и здесь я говорила о том, что при пробое 50.77 речь пойдет о защите в районе 48.01-46.29. Риски по кругу большие, диапазон большой определен. Вот. То есть ориентироваться можно только вот таким образом. Дальше, что касается фунта. Интерес представляет по итогам предыдущего торгового дня, то есть по итогам пятницы, усиление пут-уровней 53-50-53. Вот, что сие значит? Ну вот смотрите, уровень 53, это вот этот уровень красный, это уровень, над которым пляшут, вот, которого пытаются оторваться, и дальше идет 53-50, сильный колл. Вот, он как бы и не дает, получается, с одной стороны, как бы двигаться наверх, с другой стороны, мы стоим над этим 53-50 колом. Кстати, на сегодня там в этом месте усилена поддержка внутридневная, то есть не дают паре падать. Вот. И есть возможность, в принципе, действительно, при устойчивой торговле выше 53-50, можно пойти наверх. Такое есть. С другой стороны, значит, по итогам пятницы были вот усилены уровни, под уровнем 53-50. То есть вот здесь, считайте, у нас выровняется все. Вот. И получается, что уровень 53-50 это будет уровень высокой волатильности. Вот. Уровень 53. Здесь получается, что он еще больше становится. То есть уйти под 53 крайне сложно. Но если это все-таки произойдет, усиление, если усиленное давление на данный уровень 53, то мы в итоге получим, вот он 53,
это нейтральная отметка, здесь даже не диапазон, просто нейтральная отметка. Ну, соответственно, все, при пробое высоки риски падения. Вот. Надо сказать, что при достижении вот этой защиты 48.01-46.29 будет возможность дотянуться до 1.40. Вот. Это то, что касается британского фунта, как это все выглядит. Падение, в принципе, ограничивается сейчас чем? Тем, что наверху собраны вот такие вот структуры большие, вот, которые, ну, позволяют осуществить резкое падение. Но, тем не менее, если посмотреть на структуру, допустим, марта, здесь очень мало контрактов накоплено, вот, а декабрьская структура, она, в принципе, по количеству контрактов, ну, совпадает с текущей ноябрьской. Вот, поэтому и здесь схема так выравнивается, что, в принципе, как бы, при торговле действительно ниже 1.53, рынок, то есть цена может резко упасть. Вот. Далее. Австралийский доллар. Что здесь? Называлась нейтральная отметка 72, что говорилось, что она будет выступать поддержкой сильной. Вот так оно и происходит. Вот, видно, как движение осуществляется дальше. Когда я говорила об этом 12 числа, я говорила о том, что цена подходит вот к этому сопротивлению, связанному с уровнем 0.74. Вот, чтобы преодолеть его крайне-крайне сложно. И, вернее, с уровнем 7.475. Только преодоление данной структуры будет говорить о том, что цена уходит в новый диапазон. Вот. Пока не видно, не представляется возможным. И дальше. Несмотря на то, что отметка 0.72, она сильная, пробить ее можно. То есть, видите, уже это вот вторая попытка подхода к этой отметке была, наблюдается. Вот. То тогда речь пойдет о движении в направлении уровня 0.70. Защита 0.70-0.2, 68.85 у нас сохраняется. Если посмотреть на это все с точки зрения диаграмм, то получается следующее. Я уже говорила, вот эта структура, еще раз покажу, 7491, 7490, эта структура, она вот здесь вот находится. То есть она как раз совпадает за границей риска. Вот это уже построено в течение прошлой недели, путь диапазон. Построен таким образом, ровненько, что делает свое дело. То есть при торговле ниже 7350, значит, возможно свободное падение к 0.71.50 и далее пробой и 69.50. А дальше уже на размер премии за риск цена может уйти вниз, чтобы построить экстремум. Все. Значит, докуда экстремум может быть? Ну, чисто потенциально. Вот сейчас оценим, в долгосрочных контрактах оценивается вот такой диапазон. Ну, скорее всего, это возможно где-то при пробое 69.50 до района 0.67. То есть такие риски, они существуют. Вот. Не факт, что это все материализуется, но учитывать это необходимо. Но это при пробое вот этой структуры. Вот. С другой стороны, существует эта вот структура 0.77750, которая тоже много говорила. То есть это мощная структура защиты маркетмейкеров. Здесь очень большое количество контрактов, беспрецедентно для австралийского доллара. Эта структура, во-первых, она удерживает падение. Вот, во-вторых, эта структура может быть действительно целевой. Тогда что получается? Тогда австралийский доллар должен вырасти именно сюда, к этой структуре, застрять в ней. И затем направиться уже в 0.79-0.80. Я напоминаю о том, что вообще-то в фьючерсных контрактах игроки учитывают диапазон движения пары австралийский доллар-доллар США из, от района, так скажем, 0.69 до района 0.92. Это очень большой диапазон. Вот, 2300 фунтов, так в теории. Вот, причем мы больше находимся к нижней отметке, чем верхние, естественно. Вот отсюда долгосрочные риски. Вот. Такая здесь структура получается. Дальше.
доллар, канадский доллар. Значит, я говорила о том, что существует вот эта вот структура нейтральная, 1.30, 47, 51, она существует до сих пор. Вот, видно было, как под нее цена заходила, дальше пыталась вернуться, ничего не получилось. Ну, сейчас находится в зоне понижательных рисков. Что можно ожидать? Ну, во-первых, значит, 28.15, это здесь сильная-сильная поддержка. Вот, и здесь сильная поддержка 26.40. Ну, по сути, вот в этом диапазоне это зона маркетмейкера. И выше вот она вот. То есть обновить экстремов, по сути, не дают, который был 30 сентября показан, да? Вот. И, в принципе, зайти вот в эту зону тоже чрезвычайно сложно. Ну, можно вовнутрь попасть в зону, ну, не более того, так думаю. Вот. Ну, риски оцениваются только лишь по отношению к нейтральной структуре, которая здесь указана. Ну, видно, как четко это все было отработано. Далее. По канадцу, что можно еще показать, почему это все. Вот дело в том, что по канадцу формируется некая граница рисков, некий уровень, вот, например, 29.87. С него начинается путь диапазон. Вот. Этот уровень интересен и здесь, в сертификатских контрактах, с него тоже начинается такой серьезный путь диапазон. Вот. И этот уровень вот здесь тоже. Как тут уровень, при пробое которого, да, углубляется цена, и потом поезжает по рискам. Ну и вот здесь данный уровень 29.87, он не... вот он, уровень, по сути, он является здесь пограничным. Вот, расположен на границе рисков. Вот такие как бы дела. То есть неопределенность сейчас в этой паре. Просто ее зажали в определенном диапазоне. Теперь, вот что, каким образом влияли на пару евро-доллар, то, что сейчас цена снижается. Да? Смотрите внимательно на доллар-франк. До этого я говорила, что там ситуация крайне мутная. А вот говорить о чем-то там с высокой долей вероятности сложно. Единственное, о чем можно говорить, это то, что цена двигается по страйкам. Там страйковая схема, то есть от страйка до страйка. И я тогда чисто ради эксперимента нарисовала вам уровни страйковые 98.04, 97.09. Нарисовала защиту, вот, которая среднесрочная была вычислена. Вот. И далее разрисовала вот эту структуру страйков 96.15, 95.24, 94.34. Вот. И поставила знак вопроса. Смысл? Ну, видно, что цена пришла к 0.95.24, да, писала о том, что это может быть ложный пробой, потому что здесь находятся покупатели. Их резко внедрили, резко внедрился такой уровень в рынок. Это серьезно. И этим не обошлись, и по итогам пятницы еще дополнительно произвели манипуляции. Какие манипуляции? Вот смотрите сюда. Значит, вот эти вот два кол уровня 95.24, 95.69. То есть вот давайте еще 95.69. Сейчас цена как раз здесь находится. Я обозначу зеленый. Вот. Значит, вот данный уровень. И вот 95.24, это тоже сейчас стал уровень. Теперь смотрите схему. Понятно, что выше экстремума уйти не дадут. Вот, ну, по крайней мере, не собираются это сделать. А вот дальше. Что получается? У нас, согласно, допустим, ноябрьским контрактам, у нас получается так. При торговле ниже 96.15 у нас мы попадаем в диапазон понижающих рисков. Вот. Но
Майябские контракты это чисто спекулятивная игра. Фьючерсные контракты привязаны вот к этой схеме декабрьской. И здесь и контрактов больше. Если посмотреть сюда, то получается 96.15. Да, действительно, это был уровень продавцов. А вот 95.24 поднедрили уровень на днях. На той неделе произошло. То есть очень мощный кол. А вот, соответственно, этот мощный кол, он дает поддержку. При торговле выше него, то есть мы что... ни возможность возврата 98.04. Единственное, что помогает нам не вернуться, да, поэтому это вот под уровнем 96.15. Вот такая вот получается зона волатильная. Вот, и все бы ничего, если бы не итоги пятницы, да вот были внедрены вот эти вот еще два кола. Они работают совместно, это система манипулирования. То есть по 200 контрактов на том самом, на том и другом уровне. Это декабрьские контракты. То есть вот эту схему, представляете, сейчас там 300 и вот еще 200 контрактов, да, продлите мысленно. Ну, завтра в диаграмме вы это увидите. И на 95.69 резко тоже 200 контрактов. Вот. То есть получается следующее. При торговле выше 95.69, то есть получается, что пару обезопасили, она находится в таком колбе опасности. И ее просто держат и пытаются удержать от падения. Вот в чем вопрос. Искусственным путем. Но, значит, опять же, весь этот вся эта искусственность, она однажды заканчивается, потому что слишком агрессивно, слишком явно действует. Вот, следовательно, пробой 95-24 в очередной раз уже станет, да, сигналом к снижению. Вот. Куда? Ну, 94-34 первый уровень, да? Потом 92.59, ну и ниже. Вообще, в принципе, потенциал он распространяется до уровня 0.85. Вот это необходимо учитывать в торговле. Ну и говорю о том, что все-таки уровень 98.04 он является препятствием, и постоянно на нем строится, усиливаются защиты. В данном случае вот это вот защита краткосрочного характера. Так что идти наверх и искать какой-то экстремум, ну, по сути, нет смысла. Дальше. Что говорилось о доллар-иене? Доллар-иена. Здесь очень любопытная ситуация. Значит, я говорила о том, что, значит, диапазонная торговля, она, скорее всего, будет сохраняться. Да, попытки какие-то возможны, там, выходы из диапазона, но это крайне сложно. Вот, видите, как она продолжается. То есть была указана эта защита, цена туда зашла, обратно выскочила. Все, снова защищена в этим диапазоном. То есть о рисках можно как-либо говорить вне диапазона только при пробое 121.01.30, тогда уход наверх вот сюда, к этой зоне сопротивления, и при пробое вот этой вот структуры 117.91.67. С другой стороны, смысл пробивать эту структуру, есть ли он вообще? Значит, вот посмотрите, 116.28 у меня выделен этот уровень. Откуда это ползет? Вот отсюда, 116.28, видите, а какой огромный путь здесь располагается. Вот, и еще усилим снизу уровнем 114.94, то есть, по сути, круглая отметка 115. Вот. Заметьте, опять же, какие круглые числа. Борьба за 1.15 в паре евро-доллар и борьба за 115 в паре доллар-иена. Вот. Евро-доллар, если вы умножите это число 1.15 на доллар-иена, на 115, 104, ну вот вы будете, вы получите, так скажем, определенное число, которое будет говорить о ситуации в паре евро-иена. Вот так это. Так, дальше. Что еще? Ну, пожалуй, здесь больше нечего говорить, потому что пока этот уровень существует, то 16.28, он находится близко, ну, говорить о падении сложно. На нем очень большое количество контрактов, точно. Вот.
Только должен уйти либо этот уровень, либо должна уйти вся схема разом, которая уйдет только лишь 6 ноября. Вот. Как-то так. Либо еще, возможно, ближе к 6 ноября будут попытки пробоя данного уровня, затем, чтобы оказаться уже, вот, допустим, здесь, в этом диапазоне, для похода вниз. Такое возможно. Видите, 116.28 этот уровень, в принципе, завязан с уровнем 111.11. Все те же звездные врата. Вот это получается падение 500 пунктов, если существует перспективы, то есть ухода в другой диапазон. Ну, вот о чем я и говорю. Вот. Ясно, да? Я думаю, что по валютным парам все. А сейчас переходим к вопросам. Очень тихо. Динамики у меня включены. Давайте еще сильнее. Так. Вопросы есть? Индекс доллара. Фонда, почему оптимизм? В прошлый раз я, когда показывала вам схему по фондовому рынку, говорила о том, что, значит, ну, говорила о существовании защиты маркетмейкера снизу, несмотря на то, что идут разговоры о падении, нет никакого падения, вот, просто это защита работает. Дальше говорила следующее, что если будут пройдены определенные уровни, то, следовательно, речь пойдет об уровне 2000. Уровень 2000, говорилось так, дело здесь не в Китае абсолютно. Значит, уровень 2000, если к нему снова подходить, к этому уровню, то, следовательно, ну, смысла есть только для того, чтобы его пробивать. Вот. А если пробивать уровень 2000, то нужно над ним вставать. А вот этот тип теперь уже, если встать над 2000 уверенно уровнем, то, следовательно, по S&P 500 что? Речь пойдет все-таки о построении экстремума, а он так до сих пор и не был построен. Дело в том, что вот эти все отметки, которые Goldman Sachs называл ранее, 2200, потом говорил про 200, там, то есть до сих пор экстремум по их планам не построен. Вот. А, то есть, по сути, строить в прошлом временном диапазоне было это сложно. Почему? Сейчас я уберу лишнее. Вот, посмотрите, допустим, вот это та схема, которая ушла 16 октября в пятницу. Эта схема ушла, вот, она была, в принципе, ну, практически уравновешена. Вот. И здесь было очень большое количество контрактов, крайне большое. Ну, вот, смотрите, на уровне 1440 тысяч. Это не значило, что вот именно туда полетят сейчас, нет. Вот. И на других уровнях, вот совокупность этих уровней, 2060, 2200, 2250. То есть в совокупности тоже большое количество было. Смотрите, здесь у меня цена деления 20 тысяч. То есть порядка там, ну, 15 тысяч на каждом уровне. Это очень много. В таких условиях падать, ну, крайне проблематично. Вот посмотрите, сейчас эта схема ушла. Ее, этой схемы нет, по сути, да? Сейчас покажу вам. Вот, ноябрьская, декабрьская схема, да? Ноябрьская схема, вот что из себя представляет. Здесь очень малое количество контрактов по сравнению с тем, что было. Посмотрите, здесь было до 40 тысяч на уровне, а здесь максимально, ну, по десятке стоит. То есть 4 раза меньше. Вот. Следовательно, вот эта сила, она как бы рынка, здесь она уменьшена на сегодняшний день. Получается, мы находимся в районе опять отметки, сколько сейчас я, кстати, вот, открыла график биржевой. Значит, здесь район получается 2020. То есть вот, уровень 2000. То есть при закреплении, да, надо перестать обновлять и обновлять экстремумы, которые были на районе 2120, по сути. Тогда что мы здесь наблюдаем?
То есть сейчас находимся здесь, опять же, да? Следующее сопротивление 2050. Здесь есть и попытка продажи. Вот, то есть, в принципе, туда идти реально. И далее идет вот такой незначительный колл диапазон, и дальше защита формируется на маркетмейкерах в районе 2200-2250. По сути, такое отрабатывается. Ну, хотя бы дойти до 2100, как бы да, это реально. Что касается уровней, то я их постараюсь сделать сегодня-завтра, и, скорее всего, завтра или послезавтра я публикую новую схему по индексу S&P 500. То есть ключевые поддержки, сопротивления и цели. Это будет сделано. Ну вот как-то так. А вообще в долгосрочном периоде при пробое обратно 2000 уровня, дальше там идет 1800, как бы такой ключевой уровень, при пробое ниже, ну вот целевым является при падении диапазон 1500-1300. Вопрос, когда это будет, вот, когда рак на горе свистнет, ну, это будет совместно с облигационным рынком, скорее всего. Вот, пока что надо ждать. Тут должны быть серьезные обоснования для падения облигационного рынка. Пока этих обоснований нет. Что касается Китая, там, ну да, когда, допустим, рынок снижается, начинают к Китаю апеллировать, да, что это вот из-за Китая. Когда рынок растет, говорят о том, что вот там, значит, то склонность к риску повышается, то что там улучшение какое-то наступило, да, а вот, то, значит, рост, допустим, можно объяснить тем, что, значит, это старая байка о том, что вот инфляционное давление низкое, ФРС не будет повышать ставки, соответственно, политика количественного смягчения, она продолжится, следовательно, вот то-то, соответственно, это очень выгодно для фондового рынка. И, значит, типа это растет. Да ничего подобного. Вот, можно идеи массу накрутить, просто есть математические модели, вот, при помощи которых контролируются риски на фондовом рынке США. Потому что это действительно рискованное мероприятие, поскольку если допустить падение фондового рынка США, то, соответственно, допускают тот же самый кризис, который был в 2008 году, в 2007 году начался. То есть это снижение капитализации там, и так далее, это опять, которое ведет к ограничению заимствований, которое ведет, опять же, к кредитному кризису, кризису доверия, кризису ликвидности и прочее. Ну, вот вся эта та же самая бодяга. Вот. То есть сейчас это, ну, не готовы, то есть идти по данному сценарию. Следовательно, сценарии готовятся другие. Вот. Ну, а обосновывать всегда можно чем-то, всегда можно найти. В основном потоке все что угодно. Вот, повторяю, что более точно расчетные отметки я опубликую, скорее всего, где-то послезавтра. Так, дальше. Индекс доллара, да? Ну, по индексу доллара я говорила о следующем. О том, что построить схему на текущий как бы, момент проблематично по индексу доллара, потому что, так скажем, очень много мутного есть в доллар-франке. Вот, это чисто можно так предполагать, что-то там на корреляции смотреть, какие-то уровни отметки для того, чтобы посчитать индекс. Вот. Лучше вообще остаться на прежней схеме, которая была построена, вот она. Висит до сих пор. И здесь главное следующее. Ну, в принципе, вот видно, она индекс продолжает работать по той самой схеме, которая была еще месяц назад. Да? То есть речь идет о следующем, что есть уровень 95. Вот его пробили, этот уровень 95. Дальше сейчас идет возврат к данному уровню, коррекция. Вот. Только лишь обратное закрепление на 95 будет говорить о том, что ну все, опять началась пауза, опять непонятно когда, чего там и так далее. Вот. Если на 95 обратно встать не смогут, то следовательно что? Нужно идти и пробивать уровень 93. Вот это ключевой уровень 93.
Если он будет пробит, да, тогда будет такое очень сильное обвальное падение доллара. Вот сейчас состояние неопределенности. Беготня между 93, по сути, и 95. Вот все, что можно сказать. То есть сохраняется старая схема. Ну вот, по сути, что происходит. Вот как это было с 2014 года, да? Вот. И далее. То есть вот уровень 95. Я неоднократно говорила, что когда его преодолели, этот уровень 95, вот он, как раз это было, делалось 22 числа. Вот. Далее. Площадка строилась на уровне 95. То есть скакали здесь. Ну и вот сейчас, получается, нужно уйти по 95 в район 93. Вот сюда. Так, ну ладно, теперь дальше вопросы. Золото. А золото остается все с теми же ориентирами. Сейчас я посмотрю, когда они изменятся, и скажу, когда я делаю перерасчеты. Угу, понятно. Так, значит, золотом. По золоту я показывала вот эту схему постоянно. То есть она живая, эта схема, еще по 27 октября. Это будет на следующей неделе. Еще до вторника, еще целую неделю по ней будет жить цена. Говорила о том, что существует это вот сильное сопротивление на подходе к уровню 1200. Преодолеть его крайне-крайне сложно. И только лишь преодоление его будет говорить, что все, 1200 уровень взяли и пытаются над ним закрепиться для перехода в новый диапазон, повышать этот диапазон. Но вот пока этого не произошло. Необходимо следить за ситуацией ближе к 27 числу. Вот, в принципе, с 20, сейчас скажу. Вот, с района 22 числа. Там будет заседание ЕЦБ, там много чего другого будет. Вот. И 27 вот здесь. Получается, у нас данная схема будет живая еще с 22 числа, 1, 2, 3, 3-4 дня. Ну, обычно, если какое-то движение организуют, то под закрытие схемы до конца ее отрабатывают. Ну и последние дни, как правило, это делают. Так что смотрите, где-то район 22 числа. Если пробивать на думаю 1200, то, соответственно, надо идти к району 1250. Ну, пока вот сопротивление, пока мы в зоне. Положительно то, что хотя бы встали выше 1168. Вот, это такая нейтральная своеобразная отметка, которая делит рынок. Над ней стали. Но опять же попали вот в эту зону. Отметка 1185, она очень сильная. Почему это происходит? Значит, смотрите. До сих пор сохраняются вот эти вот мощные колуровни. Эти зеленые. На них очень большое количество контрактов, вот, более 60 тысяч. Вот, они, соответственно, не дают мне падать. Вот. Дальше, что интересно, вот текущая схема говорит о том, что при торговле выше 1150 уже начинается диапазон колл. И ближайшее сопротивление на 1180 располагается, далее 1200. 1200 в следующей схеме является очень важным уровнем, с которого тоже начинается полдиапазон. Поэтому тоже это еще усиливает уровень 1200. Дальше, вот здесь следующая схема. 1150 поддерживает цену, 180 здесь снова сопротивление и 1200 снова сопротивление. Вот видите, в принципе, вот это повтор вот этой схемы идет. Падать золото не сможет резко до по 24 ноября, скорее всего.
оно защищено от падения, потому что ну, вот эти структуры манипулятора, они держат цену. Только после 24 ноября можно будет о чем-то говорить. Вот. Но 24 ноября цена может оказаться, как вот здесь вот, в районе 1100, да, вернуться туда, может и оказаться в районе ну, выше уровня 1200, а лучше 1225. Тогда что получается? Мы можем начать движение вот в этой уже зоне маркетмейкеров, вот, и достаточно высоко и резко, да, и от торговли ниже 1100 будет говорить о том, что все, зашли для поиска дна. Тогда вот, этот, вот эта структура будет агрессивно отрабатываться, 1100, 50, 1000, затем пробой 1000 и попытка ухода на размер премии за риск вниз. Ну, в район там 950, 970, такой шифт возможен, остается возможным. Но пока нереален из-за того, что существуют эти структуры. Вот, и срок жизни еще у них получается месяц с лишним. Давайте дальше. Так, ну я все ответила уже, похоже. Еще вопросы есть? Ниже 1320-1.1326 торгуются. Понятно. То есть продержка второстепенная сословлена 12.73 получается ближайшая. Структура. Вот. Дальше, собственно, страйк 1.12 будет. Ну, более точно на сегодняшний день у вас расписано в стрик-маркете. И можете посмотреть в. Сейчас скажу, в индикатор. Увидите ли. Вопрос. Раз вопросов нет, давайте завершать. Облигации. Облигации я смотрела. Не помню. Так, сейчас подождите. Я найду файл облигационный. Не помню, когда опубликовала. Неделю назад точно это было. Вот. Там очень интересная схема существует. Давайте откроем ее. Вот. Вот эта схема. То есть получается так. По 23 октября. У нас действует такая обычная стандартная схема, ничего особенного. А после этого действует схема вот эта вот. Здесь схема такова, что она говорит о возможности очень-очень сильного падения стоимости облигаций. С одной стороны, падение стоимости говорит о росте доходности, как бы о росте доллара США, да? Но здесь как бы не коная тема повышения процентных ставок. Это тут не тот вариант, при котором такие схемы реализуются. И вариант может быть только такой, который касается именно долгового рынка, когда будет схлапывание пузыря какого-либо. В частности, допустим, на рынке облигаций США. Господин Лью уже заявил в начале октября о том, что то есть, проблема вновь возникла. Начинаются дебаты в Конгрессе по поводу потолка госдолга, там и т.д. и т.п. эту тему начали опять крутить. Тогда, в таком случае, если будет падение, сброс вот этих облигаций, то тут уже речь пойдет не о росте доллара США, а вот поскольку здесь тема будет другая, это не процентные ставки. Здесь будет тема непосредственно долга и возможности оплаты займа. Вот. Следовательно, так скажем, вы помните европейский кризис долговой, когда падал рынок облигационный,
когда росла доходность облигаций, ну, это означало, что долг брать деньги все дороже и дороже становится. Следовательно, из этого положения падала, соответственно, национальная валюта, в том числе, ну, в том варианте евро. То есть вот здесь такая же беда может случиться. Тем более, что по валютным парам открыты, по ряду валютных пар, серьезные и сильные диапазоны для падения доллара. И сейчас просто, так скажем, ожидают каких-то первопричин. Причем первопричины могут быть вовсе не теми, которые касаются долгового рынка. Они могут прийти со стороны. Ну вот, допустим, тот же заседание Европейского центробанка, да все что угодно. Вот, то есть нужно сделать импульс. А затем, сделав импульс насчет движения рынка, вот, и сразу же не объявляется же, почему это именно происходит. А в дальнейшем, когда процесс уже в самом разгаре, да, объявляется настоящая причина, вот, этой рыночной активности. Ну, вот как-то так. Вот этого следует опасаться. Вот это более, так скажем, опасное явление, чем заседание. Дальше. Так, по облигациям все, да? Ну, тогда давайте прощаться. Значит, 22 числа это зона рисков по времени получается. А далее 27-го, что касается золота. Ну, вот это, по сути, со среды начинается очень такой рискованный момент в рынке. Этого следует опасаться. Тем более, что схема облигационная 23 октября, она заканчивается. Сейчас посмотрим. Да, 23 заканчивается облигационная. Вот, то есть, смотрите, заседание ЦБ, 23 окончание этой схемы, суббота, воскресенье. Там непонятно что, как открывается рынок 26 октября. 27-го может быть какая-то движуха по золоту, она может вообще начаться при открытии рынка после выходных. Вот. Ну, вот как-то так. И возможные резкие движения, то есть это будет формирование импульса, и резкое движение может начаться вот на неделе следующей, 27-го, и захватить неделю по 6 ноября. Ну, дело в том, что здесь как раз будет усугубляться тема потолка госдолга, поскольку ее привязал информационно рынок 5 ноября. Вот до 5 ноября нужно все решить. Вот. Ну, вот как этот вопрос будет, как обычно, там тема затягивания, споров, там еще чего-то, каких-то рисков, и началось, как говорится. Ну, вот это очень серьезно. Очень серьезно, на самом деле. Вот. То есть по времени тоже определились. В следующий раз, получается, мы 26 октября проводим следующий вебинар. Все, я думаю. Так. Еще вопросы? Вопросов нет. Да? То есть самые главные ориентиры в рынке я назвала, в принципе. Кто торгует парой евро-доллар, таковых большинство. Следовательно, помимо данной пары, да, ну понятно, нужно следить за уровнем 1.12, за уровнем 1.15. Помимо данной пары нужно обязательно следить за парой доллар-франк. Доллар-франк. Вот, и конкретно за уровнем 0.9524, вот за этой вот структурой. При пробое 95.24, уверенно, все, тогда мы идем вниз. Это будет означать рост пары евро-доллар. Вот как-то так получается. То есть на сегодняшний день это основной ориентир. И если все-таки падение доллара состоится, да, резкое, то
то, следовательно, тогда основным ориентиром у нас будет выступать австралийский доллар. Вот, вот здесь, то есть это, как, если австралийский доллар в случае роста придет вот сюда, здесь это будет защита, он здесь застрянет какое-то время, пока существует эта защита. Вот. Как бы так. Это ориентир для случая падения доллара. Что касается рубля, тоже закоррелировано с доллар канадцем, австралийским долларом, то есть сырьевые валюты. То есть видно, что в принципе обновить существенно какие-то экстремумы здесь не удается. Вот это на ЕАУЛе то же самое. Сейчас идет речь о психологической отметке 60. Вот, дальше идет, будет, пойдет речь о достаточно сильной поддержке 56%. Но при ее пробое, когда вот это будет риски движения в доллара. Пока не пробит диапазон указанный, вот, ну, в принципе, на краю этого диапазона находится, говорить так бы нечего. Получается, здесь тоже удерживает валюту. Коррекции возможно, 1,60 наверх, да, это все как бы реально. А вот, равно как в других парах мы это видим, но это лишь коррекционные моменты после определенного этапа снижения доллара. Надо сказать, что МВФ уже неоднократно заявлял о том, что пора осуществлять снижение доллара, потому что это несет за собой глобальные риски там, и так далее для всех экономик мира. То есть МВФ начал заявлять это еще в мае, вот, но это все пролетело мимо ушей. Соответственно, в июне и так далее, в июле повторялось все это дело, но понятно, что рынок так просто не разворачивается, для этого нужен временной лаг, несколько месяцев, как минимум 3. Ну, вот сейчас, в принципе, мы подходим к этому моменту. Где-то с 25 августа все-таки этот процесс начался, но это как раз прошло 3 месяца. Вот. Но, опять же, это только начало, начальное явление. Вот. И вообще у доллара масса-масса негатива накопилось, естественно. Вот. И с точки зрения долга, и с точки зрения инфляционных показателей, которые говорят снова об отсрочке. Да. Вот. Ну и так далее. И о том, что начали вытворять на рынке труда, выдавать другие показатели, то есть пересматривать в худшую сторону. Ну, в общем, как-то так. Придумывают массу-массу причин, на которых можно осуществить теперь обратный процесс. Вот этого следует опасаться. Все. Удачи. До встречи. 26-го.